Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони, а также Димка, и сегодня мы снова играем в BMG Drive. Здорово, ребята! Ребят, сегодня у нас Бимка, и сегодня мы устроим спуск с горы без тормозов, но спуск мы устроим максимально необычный, максимально интересный, потому что сегодня мы будем спускаться с ботами. Те самые боты, которых будет очень много, сегодня их реально будет больше, чем обычно, и сегодня мы постараемся, ну, хотя бы не разбиться об этих ботов. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, это очень важно. А мы с Димкой спавним тачки прямо сейчас рандомно. О, можно, прикол, можно пневму положить на Мерседесе. Да, пока грузим с тобой тачки, три. Смотрим, кому что выпадет. Подожди, куда два. Три? Подожди, куда один три, два? Я выбиваю X5, брат. X5, у меня Делориан, но без колес. А, я меняю. Не то, к сожалению. Это пока Бимкины все. Бимкины, ребята, мы не считаем. Гольфец. Гольфец, капец, пипец, неплохо. Ух, это ты, еще, красивый. Это Гольф Р, слушай, нормально. Тема. Ну давай, а что ты будем мы стартовать? Раз, два, три. Полетели. Подожди. Я догадывался, что твой раз, два, три полетели, ты не поедешь. Сломанный, да? Сломанный. Ну, это бывает. Слушай, эти X5 уже бывают, что не доживают. Чё там? Так, у тебя это, однако, крузак. Крузак, по идее, такой ничего, пойдет. Давай отсчет. Раз, два, три. Погнали! О, старт неплохой у тебя. Ну, плюс-минус одинаково. Мимо у меня заряженный гольфец. Да-да-да. А, так мне пофигу на воду, слушай. Ну тебе да, по идее. Мимо у меня банды, стрелы. Конечно. Мимо у меня стрелы жесткие. Жесткие пацаны отстрелы, реально. Так, летим. Тихо. О-о-о, а ей больно. О, у меня пол крыши нет, сняло. Нет, что? Куда я? Я пол крыши сняла. Подожди. Что это нафиг такое? Ну ты чё, нахрен, гольф? Я жесть, ну ты как бы да. Я, видимо, у меня беда небольшая есть. Ты ещё живой? А, да, 150 еду. Живой, да, я понял. Так, осторожно. Осторожно, бамс. Ой-ой-ой, тихо-тихо, боты, опасно. Димон уходит, пацаны. Еду. У меня тачка, короче, подлетает на воде. Ай-яй-яй, ударился. Жестко, больно? Да. Так, ладно, ботов, в принципе, много, но пока Димка впереди. Так, пока едем. Ага. Пацаны, я его хаваю. Пацаны! Тихо, держать! Ебать, ты летишь! Поймал! Поймал дважды! Так, нет, в этом танце мы не кружимся! Поехали, брат! Поехали! Скрестили шпаги! Не-не-не, давай! Ты что здесь делаешь? Так, попку не трогай! В смысле? Нахрен, Димон! Поехали! Вот поехал! Я поехал, брат. Ну капец, пацаны, вы что, у меня колеса одного не дочь. У меня капзда всему, но пока едем. У тебя живущий просто крузак. У меня просто колеса нету, прикиньте, одного. У тебя менингит, что? Что? Нет, у меня просто машина. Просто машина без колеса у меня. О, ты финиш уже, да? Ну да, вот не здесь, а вот дальше снизу, когда доедешь. 217 я еду. Ну, у меня типа даже 270 пишется, но по факту меньше, потому что это, видимо... Ебать, ну, я сейчас в бота, ребята, въеду. Да? Да, я бота цепанулся. И все. Все, я финишировал. У меня ховер вместо заднего колеса. Короче, гольф, ребят, до последнего держался. И... Даже до воды доехал. Все, да. Твой бал в этом раунде. Это имба просто. Ой, блин, пацаны, ну были шансы, но была авария с Димкой. Ладно, делал новые тачки. Но вода, опять-таки, конечно, ломает нас, как правило. Да, поэтому да. Меняем пока с тобой машины. И у меня это... О, Субару. Субару, по идее, ничего такая. А у тебя... Ламборгини. Да, Ламборгини, вот это вот, давай счет. Да сильно. 3, 2, 1, полетели. Да, давай еще раз, подожди. У меня проблема со стартом была, давай еще раз. Давай, да. Раз, два, один, полетели. Раз, два, один, все, я понял. Так, ладно. У меня, братишка, ралли. Ой, вода, конечно, крепко держит. У меня ралли, поэтому... У меня желтый двигатель. Да чек, я с ним много не хочу дуть. Да у тебя просто это, скорее всего, гидроудар был. Братуха! Да! И ты поедешь, скорее всего, да, это бывает такое, что в воде останавливаешься. Осторожненько. Капец, меня... Я прыгаю. Я ж не в батутном центре, слушай, поехали давай. Ну, слушай, а у меня просто, ну, то есть Субару у меня как бы вообще имба. 300 еду.
230, ты как будто бы догоняешь, да, Димон догоняет. У меня двигатель выключился. Сейчас тебя разорвет, чекай тебя, нет? А, ты заглох после воды. Димка опять после поет. Воды глохнет, реально. Да что за бред? Это имба на самом-то деле, слушай, это прикольно. Это просто имба. 300 еду. 300, да, едешь? Ну ты быстрее меня 320. Однозначно. Но вода опять, по идее, тебе скоро избавит, нет? Ух, ты догоняешь прямо опять очень быстро. Опять заглохну, походу. У меня опять масло заглох. Греется. Едем же! Нормально. Вот здесь больше воды не будет, у тебя есть шанс очень хороший, конечно. Я только что завелся. Но у меня, да. Мне нужен балл, поэтому, в принципе, отрыв как будто бы хороший пока еще. О, тихо-тихо, рулить, но... Да, отрыв, конечно, сокращается, ну, но я доезжаю. Ну, кобзда. Просто-напросто на лежачих. А, просто я вижу, Димка все, полетел. Ема. Ну все, унёу. Ну я первый, поэтому хорошо. Это да, мой балл пока да, 1-1, да. И мы идем на следующий раунд. Let's go. Ну что ж, я тоже финишировал. Да. Так, ладненько, продолжаем, пока спавним с тобой тачки. И... О, братан, давай. У меня заряженный Турбо Логан. Турбо Логан. У меня BMW M4, это брат. Тема. Ну, слушай, M4, BMW, да это фуфло все. Турбо Логан. Это тема, это тема. Давай отсчет. 3, 2, 1, полетели. Шлифовка на передний привод, ля, братан. Ля. Отлично прошел. Давай. Ты такой громкий. Да, ты что думал? Какой, слышишь, ты там? Давай сейчас не заглохни в воде, слышишь? Водитель BMW. Ты проехал воду, да? А, у меня желтый чек, да. Желтый чек, а он другими не бывает. Только если красным уже, знаешь, бывает еще. И у меня этот, как его... Чего там у тебя? Понял? Топливный, да? Бак пробит. Бак выходит из чата, я понял. А мы пока... Утечка Димку... через поддон двигателя. О, все! Диман, пацаны! Пацаны, газолин горит. Мы его хаваем. Я его догоняю. Димон, тебя догоняю просто как стоящего. Ты смеялся на этот Логан. Ах ты пес, пошел нафиг. А ты что? А сам-то меня... я не смог удержать. У меня бенз кончился. Дальше я не доеду. Ну ладно, вопрос лишь в том, либо доберусь ли я до финиша, заработаю ли балл, потому что пока 1-1, и нужно взять тоже балл в этом раунде. Нужно балл заработать. Давай. Давай, поехали, давай. Ну не, ребята, это как бы... Она не быстрая, она спокойненькая, да. Если какие-то непредвиденные ситуации не произойдут, то все будет хорошо. Просто прикиньте, Логан летит 250, ребята, почти 260. Просто Логан сумасшедший, чумачичи, ребята, Логан. Боты едут, но мы их объезжаем спокойненько. Блять. Ну ладно, хоть аварийно доехал. 2-1 пока балла в мою пользу. Да. Хорошо, ладненько, новый раунд. Давай, Димандос, возвращайся в семью. Так, где ты там летаешь? Пока меня с тобой тачки, у меня это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сломанная. А, сломанная меня. И у меня РС-ка 6, братуха. Это имба. Это хорошая тачка. Куда поехал? Ты куда поехал, братан? Чё? Она не поедет, да? Всё, поменял. А, ой, гольф опять. У меня был гольф, теперь у тебя гольф. Это R или какой гольф? Попробуй. Подожди. Это гольф GTI. Я понял. То есть у меня был R, это GTI. Ну ладно, давай счет. Раз, два, три. Полетели. О, братан, забей. У меня просто вак немножко уровня повыше будет. Ой, что это такое? А что с тобой? Я не понял. Подкинуло-то. Реально. Братка, подожди. Подожди, еще не вечер. Ой, что за пролаги? Что происходит вообще? Так, ладно, осторожненько. Ты там как, жив цел? Ты где? А, ты справа, да? Я рядом, справа. Ты рядом, да? Как, что ты слышишь, ее как бы носит эту РС-очку. Да, меня тоже немного подкинуло. А че ее так это? Просто раскидывает пацаны в разные стороны. Вот что есть, то есть. Алло, давай. Давай, газ, давай, пол, давай, 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 давай. Да, аккуратней. Пожалуйста. Опа, ребята. Максималка 250, у гольфа быстрее максималка, я точно знаю. Что за ограничения на РС-ке? Подержать. Кто ставил такие ограничения, пацаны? Ну зачем на РС-ке такие ограничения? Это, конечно, ущербно. Это вообще очень мало. Еду. Диман быстрее. Димандос догоняет. Ну не спеша, но ребят догоняет, конечно. По чуть-чуть совсем. Минус кардан. Но, как говорится, на полном приводе, когда у тебя, у меня бампер оторвало, я быстрее поехал. Серьезно? Да. Ну, как будто бы я быстрее до сих пор еще еду, поэтому... 230.
Ну не, братишка, 260 уже снизу въеду. Причем это 5000 оборотов, она даже не старая. Что случилось с тобой? Не на колеса? Нет, не на колеса. А, Димандос, ты где? А, ты уже развернула Димандоса. Давай. Быть первым на финише. Нет, да не наверх. Быть первым. Ну куда нет, ты? Нет, нет, нет. Гребаный квест. Ну не Кирюха, который. У меня который... коробка сломалась. А, ты уже приехал, все? Да. У меня коробка сломалась. Не пихайте его толкай, на финиш. Толкай, толкай, толкай. Давай, 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 давай. Слышишь, бот, ты что, обнаглел? Шуру, шуру, шуру. Давай, 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 родной. Родной, сотку заплачу. Родной, давай, давай, надо, 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 надо. Слушай, ботяра, стой на месте. Что за приколы? Куда ты его пихаешь? Едем, 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 брат, едем. И куда еще один приехал тебя пихать? Давай, толкайте, пацаны, пацаны, давайте, да, давайте. Во, во, пошла. Пошла тема, пошла жара. Все, все, да, все, ну встали. Вы встали-то? Встали. Ха, встали, нормально. Да, это... О, подожди. А теперь мне давай. Давай теперь меня. Мне-то еще ближе до финиша оставалось. Да, ну и ну все, все, да, все. Да, да, все. Никому балла в этом раунде мы не даем. Ладненько, новый раунд, о, новые подожди. Тачки. Чего там? Я уже улетел. Давай, ну, конечно, возвращайся. Как на ней можно ехать, да? Но это было бы долго. Ладно. Меняем с тобой тачки, это... Ой, Феррари какая-то у него была. А что у меня с ГТРом и экраном? А, нет, меня быстрее, нажимай, рандом, нажимай, рандом. Рандом нажал. Нажимай. Ема, что это было сейчас? Просто меня ты меня чуть не убил. А, это жесть какая о, была. Появилось. Так, у тебя Корвет C8, у меня, ребята, это Феррари какая-то. Что за Феррари это? Кто знает? Что за Фера? Да, как мне сесть в машину? А, это... Лев дор на ноль открывается? Че? Непонятно. Ладненько, давай отсчеты будем мы стартовать. 3, 2, 1, полетели. Одинаковые тачки вообще просто, идентичны. Плюс-минус. Чуть быстрее меня. Но вот эта вся вода прямо очень сильно, ребята, бьет по Феррари, поэтому... Очень бы не хотелось как-то заглохнуть из-за этого, конечно. Так, осторожно, давай, давай, осторожно. Верю в тебя, верю, верю. Бамс. Верю, жду победу. Да. Да что вы тут стали-то все? А я заглох. Так же, как у тебя было, помнишь, на Фере? В одном из раундов. А, да-да-да-да. Отлично. Ну, я ничего на этом отличного. Просрал, поэтому как бы отлично. Для меня. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, Фера. Крыша снимается, либо бампер видимо, задний него, бы да? оторвало. Так, осторожненько, осторожненько. Главное, без ботов и без аварий. А, ну после воды сейчас, ребята, в принципе, я не теряю скорость сильно, поэтому норм. Бам. О, крыша улетела, можно ехать. Заглохла, зараза. 300 еду, брат, 300. Заглохла. Ну ты чё, угораешь? Заводись. Ну не, пацаны, ну это просто угар. Нет, ты ещё и быстрый, самое главное. Да, она заглохла после воды. Ну нафига ты глохнешь? 290. Ну зачем? При этом у меня двигателя вообще она... пофиг. Она быстрее, чем у тебя, наверное, была бы. Было бы. Если да, было но... бы. Но, ребята, вода просто убивает тачку. А вот сейчас почему-то, ребята, она не заглохла. Прикол. Ай-яй. А мне кобзда. Реально? Убрался? Убрался? Долечу ли до финиша вопрос? Да, я загорелся. Я загорелся, долетел, но я долетел да? до финиша. Зараза. Зараза. Да. Блин, я пацаны. Просто вот на прыжке последнем я очень сильно ну, потерялся. Да, все. А я тоже как бы, я тоже, но я кубарем, видимо, тоже доеду, ребят, но это не считается, потому что это 2-2, Димка загорелся, воду заехал, 2-2 счет как бы, но да. Финиш, в принципе, сильно. Я могу пересечь, но это мне ничего абсолютно, ребят, не дает. Я же пересеку финиш, да, ребят, я спокойненько пересекаю финиш. Да, это пока 2-2, возвращаюсь пока на стартовую линию, и у нас новый давай, раунд, да. новые тачки, пока грузи. У меня это что? Это пока Бимкина. И, о, Порше, это живой Порше или нет? Это живой Порше, да. Хорошенький живой Порше мне выпало. У тебя там что в итоге? У тебя Aston это Martin. Aston Martin. Окей, ребят, две неплохие реально тачки на самом-то деле. Так, Sport Plus рубаем, вот так вот. Давай, а счеты будем и стартовать. Раз, два, три, полетели. Поехали. Давай, 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 давай. Осторожненько. 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 Так, газуем. Ну, Димка пока быстрее, да. Едем. Но, ребята, сейчас все решится вот на воде, на водных прыжках и на всем остальном. Ай-яй-яй. Что? А что у меня? Почему такой занос получился? А что у меня АБС загорелось? Заглох, потому что. Заглох. Заводись. Ты же жив еще или ты все уже? Завелся, да, завелся. Завелся? Да. А у меня как будто бы... А у меня минус кардан, пацаны. Это плохо. Это плохо. И колеса в разные стороны. Я, ребята, вряд ли доберусь до финиша по-нормальному.
Помогаю. А, нет, ты что творишь, дурень? Держу. Помогаю, брат. Блять. Ну ты просто. Ты вот просто кочерышка, ты понимаешь? Ты кочерышка, Димка. Ну прости, Димка, кочерыша, и бот меня въехал. Да, отлично, очень лучше получилось. Ну, брат, ну, все. Такая упорная, ты сломал мне задний привод весь и все. Какая судьба. А, серьезно, Porsche? От удара? Да, от чего еще-то? От чего еще мог сломаться привод? А я, походу, тоже до финиша не доезжаю. Ну, пока еще есть шанс. Ты, конечно, боком едешь, но. Нормально, удержал, самое главное, прикиньте. А все, да заглох или поедешь? Поедешь. Сейчас поеду. О, блин, пацаны, ну Димка просто кочерышка. В комментариях так просто пишите. Я хотел, пишите, наоборот, помочь. Димка кочерышка, вот реально пишите, да, ему. Да чё ты, я помочь хотел. Да кому ты помог? Себе только помог. Алло. Ну туда. Помогатор нахрен. Почему-то через тап не могу в тебя сесть, странно, ладно. Короче, доезжаешь, видимо, до финиша. Сейчас, конечно, финальный прыжок полетел. Перелетает Димка бота. Видал? Пошла. Да не бота поймал, только. Опа. И не доезжает Димандос до финиша. Не пацаны, доезжает. Пацаны, побрат, вот финишная черта, ну, вот надо. Димка. Нет, братуха, это твоя парковочка. Это твоя остановочка. Ну, да. Поэтому все, да, ладно. Ребят, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Это очень важно. Всем удачи и всем пока-пока. Пока, ребят.